Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Ulefone 13P. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать абсолютно полный сброс абсолютно всех данных через обычное стандартное меню настроек. Для этого нам нужно открыть настройки, затем спуститься вниз и выбрать пункт «Система». Выбираем пункт «Сброс настроек», «Удалить все данные», «Удалить все данные», подтверждаем пароль, еще раз нажимаем «Удалить все данные» и ждем перезагрузки. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.